Дорогая, просыпайся, я приготовил тебе завтрак. Доброе утро. Зай, иди вперед, я тебя сейчас догоню. Давай сфоткаемся. Давай. Давай сфоткаемся. Давай. Зайка, Вишенька. Опа. Здравствуйте. Так, девушка, а когда у нас были последний раз? Ну, вообще-то недавно, месяца 3 назад. Ну вот, все, мы закончили. А мне не нравится. Кстати, угощайся. Ты чё, я же на диете. А может быть? В общем, все магазины обошла, но нашла то самое платье с вырезом, чтобы грудь была видна. Но тебе-то такие платья незачем, да? Нет, ну я ей говорю, эти сапоги сюда вообще не подходят. Она, представь, взяла их и купила. Наташ, я, кстати, с парнем осталась. Господи, слава богу. Вот честно, сразу вот, как вас увидела, поняла, что вы вообще не подходите друг к другу. Наташ, а я с парнем помирилась. Да я знала, что вы помиритесь. Вы просто созданы друг для друга. Мы с ней давно дружим. Мы с ней познакомились, наверное, недель 2 назад. Такое ощущение, как будто вечность. 2 раза виделись. Но это был торговый центр, магазин нижнего белья и... Не, ну сначала я подумала, что это продавец-консультант. С тех пор мы обожаем ходить по магазинам. Как пиявка, в меня вцепится! И выбирать вещи вместе. А я ненавижу шопинг. Вот ненавижу. Она надо за своими вещами ходить, еще и ей трусы покупать. Мне кажется, мы будем очень долго дружить. Ну максимум месяц. Потому что она просто не может надоесть. Сейчас батька ее права мне сделает и все. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Лев, ну ты че, блин? Наташа, ну что ты обиделась? Я с тобой не разговариваю. Блин, а на что я обиделась, а? А, ладно. Сколько лет, сколько зим? Как тебя дела тоже? Да, нормально, сам как? Да, тоже хорошо. Давай, может, с друзьями сегодня встретимся, посидимся. Да, да, давай, давно хотели. Ну, в общем, встретимся. Да, не созвонимся. Давай, давай. Так, ребят, мне мама звонит, только давайте потише, без ваших приколов. Да, алло, мам. Давай, раскуримся, братан! Давай, раскуримся! Водку неси! Здравствуйте, что сегодня делать будем? На свое усмотрение. Ну, все. Пать, готова? Нет, ну вы, конечно, забрали саму жопу. Припарковать ММС просто негде. Делай давай, делай. Простите, я немножко опоздала. Немножко? Тебе 2 часа не было. А у меня точно получится то, что я показывала? А что вы мне сейчас наносите? А у меня точно из этого волосы не отвалятся? Девушка, а можно мне уши не заливать? Девушка, там уже, по-моему, пора смывать. Мия Наус. Стрижку, полировку, окрашивание, самые лучшие краски, которые у вас есть, и, конечно же, укладку. Я думаю, 5000 с головой хватит, правда? Здравствуйте,
того, окрашивание на длинные волосы 5000 рублей. В смысле 5? Вы говорили, у вас на короткие волосы 3000. Смотрите, давайте вот чуть-чуть кончики подстрижем. Вот так достаточно или еще, короче? А можно мне выпилить волосы? А может лучше локоны сделаем? Ну, по-моему, с прямыми было намного лучше. А ну, ты что там делаешь? Ну-ка, быстро трусы надень! Алло, ты что, поставил этой шлюшке лайк? Какая сестра! Да ты что, пошел ты! Не, ну салончик, конечно, так себе. А можно мне горячий чай? Он же очень горячий, как его вообще можно пить?